Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Тарас. И 16 сентября вышло iOS 9. Минимальное устройство для поддержки было iOS 4S. У нас сегодня на обзоре iPhone 5. На белом установлено iOS 8.4.1, а на черном установлено iOS 9. И сегодня мы оценим быстродействие. Начнем, конечно же, с включения аппаратов. Как видим, iOS 8.4.1 немного быстрее начал запускаться. Ну, сейчас увидим, у кого быстрее произойдет запуск. Как видим, iOS 8.4.1 уже запустился, iOS 9, ну, в принципе, отстает, но не очень сильно. Ну, далее проверим стандартно это браузер. Так, сначала выгрузим все приложения из памяти. Так, возвращаемся и пробуем еще раз. Ну, iOS 8.4.1 все равно быстрее. При открытии браузера открываем карты. iOS 8.4 снова быстрее. Далее открываем магазин App Store. App Store у нас также быстрее открывается на 8.4.1. Ну и последнее приложение, это у нас iTunes Store. Открываем. И как видим, что на прошивке 8.4.1 работает, конечно же, iPhone 5 намного быстрее. Я, в принципе, не рекомендую обновляться на iOS 9. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Тарас, всем спасибо, всем пока.